Почти 500 спортсменов по киокушинкай карате из Беларуси, Кыргызстана и России встретились в боях международного турнира «Казахстан Open 2016» в Астане. В соревнованиях участвуют представители всех возрастных групп и весовых категорий. Сегодня лучших каратистов наградят кубками, медалями и дипломами. Кроме этого, организаторами учреждены специальные номинации за лучшую технику и короткий бой. В ходе соревнований Казахстанская федерация карате наградит и выдающихся спортсменов, а также тренеров. Отмечу, в этом году было довольно много побед. С региональных и мировых первенств привезено рекордное количество медалей. Например, казахстанец Никита Гарас стал абсолютным чемпионом Азии и вошел в топ-32 лучших каратистов мира. Кёкушинкай кан карате не является олимпийским видом спорта. Несмотря на это, мы со своей стороны уделяем внимание не олимпийским видам спорта, потому что они развивают массовый спорт в нашей стране.